Телеканал «Самара ГИС» представляет очередную программу «Хочу домой». Разговор в студии с Андреем Храмовым, руководителем приюта для бездомных и бродячих животных. Репортаж с четвертой выставки бездомных животных. Дельные советы, как уйти от злой стаи бродячих собак. Сюжет о животных, готовых отправиться в свой новый дом. 12 марта смотрите программу «Хочу домой» в 18:15 на телеканале «Самара ГИС».